И всем доброго времени суток, с вами я, Анидата, и в прошлом голосовании, которое проводилось у меня в группе ВКонтакте, по большим счетам победило аниме под названием «Сатана на подработке». И, собственно, сейчас я расскажу всю информацию и дату выхода второго сезона. В общем, располагайтесь поудобнее, и я начинаю. С момента выхода последней серии прошло уже довольно много времени, если учесть, что первый сезон вышел в 2013 году. Рейтинг самого аниме вполне хороший, и в то время это аниме было довольно популярной, хотя она и сейчас остается немного известной, но не то, что как было это тогда. Сами создатели аниме, то есть студия White Fox, которая создала это аниме, все еще не сообщала о планах создания второго сезона, и намеков о продолжении также не было. Также, если посмотреть на официальный твиттер этого аниме, то новости появляются только один раз в год. Но уже как бы является хорошо, что новости продолжают выходить, но, конечно, и там о продолжении и намеков не было и не сообщали. Само аниме создавалось Паранапе, и, собственно, продолжений в нем еще много. Здесь, конечно, учесть, что на создание первого сезона ушло 3 тома Ранапе. Сейчас на данный момент вышло 20 томов и 6 дополнительных, и, собственно, проблемы в продолжении быть не должно. Но вы сами должны знать, что аниме не просто так делается для показа, поскольку создание аниме довольно трудная и затратная вещь. И, собственно, чтобы анимешка получила продолжение, она должна быть прибыльная, то есть чтобы создателям было выгодно продолжить это аниме. И в итоге что, спустя же большое количество времени, создатели все еще не могут заявить о продолжении второго сезона. Но если вы пойдете или же нашли дату выхода на некотором сайте, то крайне не рекомендую попросту доверять такой информации, поскольку многие сайты пишут ложную информацию и предоставляют неофициальную дату выхода. И, собственно, чтобы не было каких-то сомнений или ложной информации, в описании под видео будет примерная или же официальная дата выхода. Также еще больше свежей информации по поводу выхода этого аниме можно узнать на моем сайте, ссылка, естественно, будет в описании под видео. В общем, на данный момент продолжение второго сезона все еще возможно. И на данный момент выход второго сезона можно ожидать не раньше с осени 2021 года, или же скорее всего в 2022 году. Но если с того момента продолжение все еще не вышло и официальных новостей не было, то в дальнейшем на продолжение надеяться будет бессмысленно. Так что продолжение второго сезона можно узнать, только прочитав мангу или ранобэ. И, собственно, продолжение в ранобэ начинается на третьем томе. Касательно манги, первый сезон в манге заканчивается на пятом томе, 26 главе. Продолжение начинается на 27 главе. Сейчас, на данный момент, в манге вышло 16 томов манги. В общем, всю подробную информацию по поводу манги ранобэ можете найти у меня на сайте. В общем, если информация была полезной, поддержите моей стороне лайком, подпиской и комментарием. Также не забудьте поставить колокольчик и вступить в группу ВКонтакте. Ну а с вами был я, Анидата. Всем до скорых встреч!